5 способов сделать ребенка умнее до рождения. Как сделать так, чтобы малыш был умным, пока он еще находится в утробе матери? Мы расскажем методы, которые, по мнению науки, действительно могут иметь значение. Любой родитель хочет привести своего ребенка к успеху. Поэтому обещание повысить IQ ребенка еще до его рождения, конечно, очень привлекательно. Слушайте классическую музыку. Считается, что классическая музыка для беременных благотворно влияет на развитие интеллекта будущего малыша. Особенно полезна для прослушивания музыка Моцарта для беременных, а также Чайковского, Вивальди и различные успокаивающие, расслабляющие и просто красивые мелодии. Хотя так называемый эффект Моцарта может быть мифом, наука показала, что есть несколько вещей, которые могут помочь, когда дело доходит до того, чтобы буквально дать ребенку стимул. Физические упражнения. Не обязательно бежать в марафон, чтобы воспользоваться преимуществами физических упражнений во время беременности. В конце тренировки ваше тело выделяет улучшающие настроение эндорфины, которые фактически попадают в организм ребенка. Физические упражнения увеличивают кровоток вокруг вашего тела, включая матку, что, в свою очередь, стимулирует развитие ребенка в целом. В случае, если мотивации для посещения тренажерного зала недостаточно, исследования показали, что аэробные упражнения во время беременности, по-видимому, нацелены на мозг ребенка, помогая улучшить функции мозга и, в частности, пространственное обучение. Отказ от наркотиков, алкоголя и никотина. Нет такого количества алкоголя, которое считается безопасным для употребления во время беременности. Воздержание от употребления алкоголя является обязательным условием интеллектуального развития ребенка. Вред для малыша настолько велик, что потом он может страдать всю жизнь из-за несдержанности матери. У ребенка возникнут проблемы с памятью, вниманием, обучением. Потребление рыбы. В этом нет ничего подозрительного. Включение морепродуктов в еженедельное меню ужина может помочь будущим мамам улучшить когнитивные показатели своего ребенка, а также снизить риск ранних симптомов аутизма. Исследование 2016 года показало, что у детей, чьи матери ели от 3 до 4 порций рыбы в неделю, показатели IQ были на 2,8% выше, чем у детей, рожденных от мам, которые ели меньше рыбы. Жирная рыба, такая как лосось и сардины, которые содержат более высокий уровень омега-3, которую всем беременным рекомендуется принимать в качестве пренатальной добавки, способствует здоровому развитию мозга. Что еще хорошего в лососе и сардинах? В них меньше ртути, чем в более крупных рыбах. Ешьте яйца. Оказывается, употребление яиц во время беременности может помочь ребенку быстрее учиться и лучше запоминать. Яичные желтки содержат холин, входящий в семейство витаминов, входящий в список основных питательных веществ для беременных, который обладает способностью заряжать мозг младенцев на всю жизнь. Предыдущие исследования показали, что холин фактически изменяет структуру клеток мозга, чтобы поддерживать когнитивное развитие. Говорите читать ребенку. Вы можете чувствовать себя немного глупо, разговаривая со своим беременным животом, но это того стоит. Младенцы, которые слышали речь мамы, чаще всего, имели самую сильную реакцию, предполагая, что изучение языка начинается в утробе матери. Однако важно отметить, что, хотя разговор вслух с ребенком может способствовать раннему распознаванию слов, нет никаких доказательств того, что это действительно увеличивает интеллект ребенка в долгосрочной перспективе. Голос матери становится знакомым звуком, который может успокоить и дать почувствовать себя в безопасности, поскольку младенцы могут узнавать голоса, которые они узнали еще в утробе матери. Чтение им помогает укрепить связь. Так что читайте и болтайте.